На улице Нойбранденбургской нет скамеек. Точнее, они были, но их кто-то разобрал на запчасти. Зато есть тенистая аллейка, по которой любят прогуливаться мамы с детишками и пенсионеры. А вот посидеть уставшим младенцам или старичкам совершенно негде, о чем они трезвонят во все колокола, пытаясь пробиться на прием к самому мэру города, который, в общем-то, по их мнению, обязан следить за благоустройством, веренной его заботам территории. Но не нужно думать, что все у нас в Петрозаводске плохо. Вот, например, в одном из дворов в центре города вчера скамейки привезли и поставили, а также починили песочницу и вовсю красят местные аттракционы. Повезло детям и пенсионерам из этого двора дома номер 25 по улице Ленина, потому что они соседи Андрея Юрьевича Демина, по их словам, доброго и веселого мэра. Вообще-то вчера им нас поставили, только я не видел, когда хоть как ставили. Но знаю, что нам их Демин поставил. А кто тебе это сказал? Ну, мы сами один раз хотели, Демина попросили, вот. А потом еще дедушка Кирилла попросил. Было это неделю назад, так что можно считать, что на просьбы горожан отзывчивый мэр реагирует почти моментально. По мнению его соседей по двору, обращаться к нему с просьбами – одно удовольствие. Здравствуйте, здравствуйте, там. А вы не могли, вы знаете, у нас тут сломана площадка, вы не могли бы нам поставить там скамейки, что-нибудь такого? Так вот, всякое. А он с вами как общается? А он такой, ну ладно, такой, о, весь веселый. Скамейки когда-то стояли в этом дворе, но их украли. В принципе, то же самое может произойти и с этими, потому что они в землю не врыты. Их могут забрать себе те же жители улицы Нойбранденбургской, потому что по-соседски общаться каждый день с мэром у них возможности нет. А скамейки нужны всем. Другой вопрос, не испортят ли сами дети инвентарь с таким трудом, добытый городским головой? Ну зачем? Лично я не буду. Нафиг это надо. То есть они будут в целости и сохранности? Ну, я отвечаю только за себя. Я не знаю, как другие себя поведут. Конечно, в том, что все такие же добропорядочные горожане, уверенности нет. Но отрадно уже то, что жителей дворов городская власть начинает приучать жить цивилизованно. Кто упрекнет ее в том, что она начала со своего двора? Нужно же с чего-то начинать.